Не больно, не страшно и доступно для пациента. Самарские нейрохирурги начали удалять грыжу позвоночника с помощью лазера. Уникальный метод позволяет в разы сократить травматичность операции и гораздо быстрее ставит пациентов на ноги. Впрочем, показан он не всем. Алена Алешина разбиралась. От этого заболевания не застрахованы ни спортсмены, ни офисные работники. Грыжа позвоночного диска – следствие сидячего образа жизни, чрезмерных нагрузок и травм. Операционный преподаватель информатики. Боли в спине мучили пациентку несколько лет, начали отниматься ноги. Весной ее прооперировали, однако удаление грыжи спровоцировало рецидив. Тогда врачи предложили попробовать уникальную методику. В Самаре ее начали практиковать недавно и только в городской клинической больнице «Семашко». Под белым халатом хирурга свинцовый жилет, чтобы не получить облучение. Внешняя процедура напоминает пункцию. В поврежденный диск вводится специальная игла, а через нее лазер с чипом. При этом пациент находится в сознании. Удалось зайти, то есть междисковый промежуток узкий достаточно. Мы сейчас подключим световод, одеваем очки и работаем дальше уже лазером световодом. Лазер разогревает поврежденный участок до 80 градусов, то есть грыжа буквально выпаривается. При этом диск уплотняется и уменьшается в объеме. Боль исчезает уже на операционном столе. Как вы себя чувствуете? Как вот? Нормально. Ничего не беспокоит. Операция длится всего 45 минут. Это в 4 раза меньше, чем ранее. Через 2 часа пациент сможет встать, а на третий день вернуться к обычной жизни. Восстановление тоже идет быстрее. Всего месяц вместо полугода. Есть еще одно преимущество. Что характерно для этого оперативного вмешательства, через 40-45 суток наступает регенерация хрящевой ткани. То есть создаются предпосылки для создания нового диска хрящевого. Это доказано уже на опытах. Чего не бывает при других оперативных вмешательствах. Правда, в запущенных случаях метод не подойдет, говорят врачи. Поэтому треть из пациентов приходится отсеивать. С лета нейрохирурги прооперировали 21 пациента. Отечественная разработка доступна по полису. Редкий случай, когда операция на позвоночнике – это не больно, не страшно и не затратно для пациента, признается Эдуард Акимов. Сколько вы ждали операцию по УМС? Да практически не ждал. То есть увидел информацию, пришел, показал снимки, то, что Сергей Серафимович сказал, в рамках МВС все это возможно. Сделал операцию, после операции себя почувствовал хорошо. В ожидании полной свободы движения и пациентка, которую минуту назад привезли из операционной. Легче стало с правой стороны ноги. Так что я считаю, что мне просто повезло, что получилась такая операция. Вот. И я надеюсь, что я буду ходить и не чувствовать боли. Внедрение новейших технологий в самарскую медицину и повышение качества и доступности услуг жителям региона – одна из важнейших задач, выполняемых региональным Минздравом. Впрочем, любую болезнь лучше предупредить. Делать перерывы, не перетруждаться, следить за весом и заниматься физкультурой. А при боли в спине – показаться врачу. Алена Алешина, Андрей Авдеев. Новости губернии.